Так, дорогие друзья, всем привет! Это Ступа младший, рубрика «Будни курьера». Находимся мы сейчас на работе. Из чего состоит наша жизнь? Отвозить заказ из точки А в точку Б. У пеших курьеров нужно отменить все магазины. Это Пятерочки, Перекрестки, Четыре Лапы. Ну вот эту всю хуйню копеечную, потому что нам за это не доплачивают, а мы в гневе. А если курьеры будут в гневе, то они просто не выйдут на работу. Будет саботаж, будет коллапс, и работать будет некому, а авторы просто не вывезут. Потому что у автокурьеров, у них эти доплаты есть. У нас, у пеших курьеров, этого ничего нет. Блядь. А мы тоже люди, мы тоже жрать хотим вообще-то. Сейчас зайдем в КБ, надо взять что-нибудь выпить, чтобы попрохладнее стало, чтобы стало все заебись. Короче, обломались в красном и белом коктейль, который я искал. Такой пивной напиток, его там нету, там только негрони было. Надо их пить в разумных пределах, потому что я все-таки за рулем самоката и как бы на дороге общего пользования с машинами. Вот. Мои тут 50 сантиметров, мои законные полметра, поэтому на остальное у меня все похую. И, соответственно, нужно адекватно свои силы рассчитывать. То есть не нажираться, а так вот, знаешь, немножко выпил, горло промочил, все хорошо, настроение заебись. Идешь дальше, работать. Еду в следующий КБ, потому что грейпфрутовый мини-бар мне как-то, ну, не особо зашел. И еще добавить чечил, сыр, косичку. Так, а вот мы пришли до красного и белого. Сейчас что-нибудь возьмем. Настроение поправить. И положение дел лучше. Вот такой напиток мини-бар Майтай. Запомните, короче, такой цвет янтарно-золотистый. И вот такой золотистый чечил косичек. Пацаны, девчонки, вам это очень зайдет, я больше чем уверен. А сейчас я еду в шурму. У меня там заказ висит. Прямо по Вермишево там будет шурма. У меня осталось буквально 8 минут. Так что я сейчас, наверное, притоплю на второй скорости. Доедем. Через пару минут будем на месте. Еще может пока будет шаурма готовиться, потусоваться там. Во имя хорошего дня, стабильного заработка. На сегодня, завтра и ближайшие дни, вообще всю жизнь. Зачем переть туда? Жизнь я что, я планировал? Откуда под колесом на кедре кидает? Что там вы делаете? Кстати, будешь вы людьми, вообще красавцы. Свои деньги — это лучший напиток. Это вишня, лимон, лайм. Все. Компоненты сочетаются, ингредиенты можно смешивать. Это у меня второй заказ. Первый заказ был из Пятерочки. Знаете, за сколько я его отвез? За какие-то несчастные 50 рублей. Ну это пиздец. Гнев мой праведный к руководству Яндекса полностью обоснован. Потому что, ну сделайте вы фиксированные тарифы для всех магазинов. Это Пятерочка, Перекресток, Магнит, Лента. Этот, Четыре Лапы, что там еще есть. Вот эти магазины, за которые вы нихуя не платите, платите вы адекватно, по 130 рублей хотя бы, фиксированно, 130-150. За рестораны пусть будет там 200-250 и 300, да, тогда мы будем работать с вами. А поскольку вы не платите,
у нас складывается впечатление, что руководству Яндекса на своих сотрудников глубоко похуй. Потому что отношение такое скотское, блядь, как к рабам. И я полностью свои слова обосновываю тем, что я заработал сейчас какой-то полтинник вместо 130 рублей, когда вез эту ебаную пятерочку. Блин, в чем прикол ехать сейчас через какие-то ебеня? Вон дорожка. Попробую тут срезать, не знаю, что из этого получится. По рельсам, по шпалам. Ой, блядь, все, пизда, рулю. Приехали, блядь. Ёпа! Так, я надеюсь, тут собак нет. Потому что я пиццу везу. И в случае чего съебнуть по-быстрому не получится. А так, крадучись тихой сапой, я, может быть, еще довезу все в целости. Мало того, что пицца, там еще лимонад 4 бутылки еду. Самое такое. Лиц колес и зла. Мой город каменными стенами домов. Мой город затихает на. Пятерочка на Илецком прилетела. Как обычно, копеечная. Копеечная хуета, но сейчас мы ее по-быстрому раскидаем. А дальше, может быть, Бургер Кинг или что-нибудь поинтереснее прилетит. Или шурма какая-нибудь. С хорошей доплатой. Там заказ, когда 150, 200, 250 рублей прилетает за один заказ, который ты можешь за 15 минут сделать. Вот тогда тебе уже как-то жить хочется. Тебе уже как-то хочется дальше двигаться, дальше работать. У тебя стимул какой-то появляется. Потому что когда ты какую-то копеечную везешь, хуету, у тебя, ну, за 50 рублей, ну, кому впрягаться-то охота, сам подумай, за 50, за 70 рублей там километр тащить. И то у меня транспорт, вон он мой, черный байк, почти 5500 километров уже накатал. А люди, которые пешком ходят, вот у меня сейчас кореш придет, у него сейчас велика пока нету и вообще транспорта никакого. Так он вообще пешком. Ему сейчас тяжело.